Расположить свой автомобиль на территории города можно где угодно, кроме мест, запрещенных правилами дорожного движения и другими нормативными актами. Их соблюдение поможет избежать многих проблем, связанных с эвакуацией машины, а также штрафами в отношении ее владельца. Однако нарушение правил парковки повсеместно и круглосуточно происходит в Азове, и даже увеличение штрафов не помогло заметно снизить их количество. В нашу редакцию обратилась автолюбитель, которой инспекторы ДПС выписали протокол за аналогичное нарушение. Я хотела бы обратиться к начальнику милиции с вопросом, даже с ответом, почему стояло, меня достаточно людей, как выборочно инспекторы ГИБДД штрафуют людей. На мой мобильный телефон сняты нарушения людей в присутствии инспекторов ГИБДД, на которых они не обращают внимания. По словам девушки, припарковав автомобиль, она отлучилась в аптеку всего лишь на 5 минут, разрешенных правилами. Однако инспекторы не приняли во внимание аптечный чек, в котором было обозначено время. Она решила подписать протокол. Впрочем, составить его стражи порядка могут независимо от того, согласен водитель или нет. В тот день я признала это нарушением. Почему? Во-первых, инспекторы, подойдя ко мне, забрали у меня документы. В этот день был дождь. Они ушли с моими документами к себе в автомобиль. Более часа удерживали мои документы и под угрозой того, что если я не хочу никаких отягчающих моментов, то я просто получаю протокол об административном правонарушении. Я подписала. Азовченко считает, что нарушители правил должны нести за это ответственность, в том числе и она сама. Инспекторы предложили о всех замеченных нарушениях сообщать в полицию, однако дозвониться туда очень трудно. Сбрасывая трубку, это обычная реакция на звонок 020. Мы, конечно, попытаемся во второй и в третий раз. По этому номеру мне рекомендовали обращаться инспекторы, когда я вижу правонарушение в городе Азове. Разъяснение по поводу жалобы мы попытались получить у старшего инспектора дорожно-патрульной службы Алексея Кушнарева. Он предложил, чтобы девушка доставила составленный на нее протокол для ознакомления. Забрала протокол, дал мне его в руки, забрала и уехала. Вот дала и сразу же забрала, да? И сразу же забрала. То есть вы не имели возможности ознакомиться? Я ее попросил, пройдемте со мной в здание ОГИБДД. Как объяснить ответ инспектора, если она приехала специально, чтобы привести протокол и получить ответ на свои вопросы? Мы будем следить за ходом дальнейших событий. Татьяна Иващенко, Игорь Скуднов, Азов.Инфо.